Привет всем стратегическим жевжикам, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Загаллов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Рекомендую перейти к первой серии, если вы ее не видели, все-таки лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, а всем остальным приятного продолжения просмотра. Каперы мне бессмысленные, кстати, теперь. Вот этих ребят тоже можно убрать. Двух. Только содержание тратится. Мне кажется, он истребитель просто проверять, потому что я больше не вижу тут самолетов. Что, видимо... Так, вот этих убираем. Все содержание. Да давайте скаута тоже. Я уже все нашел, что хотел. Охрана природы нужна. Культурное наследие. Инженева очень много дает ему. Хорошо, если я прокачаю Амани. Так, это мне надо, знаете что? Вот здесь построить, во-первых. Королевское общество, давайте. А, здесь. Ну, мне СМИ, потом мобилизация. Вот так, видимо. И этого хватит на апгрейд Амани до двойных послов. Кри решил, пускай меня затопит тут все. А кто у меня валету перекупил? А никто, просто дед Бородин. Ну, мне она не нужна, блин, валета бедная. Почти вся утонула. Печалька. Ну, я не могу, к сожалению. То есть, видите, игра получилась в развитии тупо потому, что я даже не представляю, как можно было бы на Кри на такой территории напасть. А в те моменты, когда можно было, например, на самолетах, хотя бы, даже несмотря на то, что он меня опережал, у меня просто нету ресурсов. Ни урана, ни алюминия. Я думаю, он просто засвечивает территорию. Но я все равно поставлю карточку на апгрейд юнитов. Кри искусственный спутник запускает. Тут вообще ничего не обработано, я смотрю. Так. Верфь строится. Фашизм.
утопит Вильнюс. Блин, Крив этого инженера тоже ломанул. Три хода. И этого ученого заберет. Да. Никак не успею. Но он там тоже явно читает на него. Боже, у вас там дуэлька, я так понимаю. В каком плане дуэлька? Ну, ацтека с греком. Они как бы уже ни на что не претендуют, чисто друг с дружкой воюют. Так они вообще воюют? А, хотя да, вон воюют. Мы перестреливаемся. Пехотинцы пошли вперед. Надо было вначале меня Сальвадор захватить, а потом воевать с другим ребенком. А как под север развернуть? Сейчас надоумлю меня чпокнут. Кхмера, сколько у тебя союз с Кри? А мы недавно заключили. У нас еще один сихар. Ну, я предлагаю тебе не продолжать его. У меня с Кри закончится через три хода, по-моему. Нет, через один ход. Я тоже не буду продолжать. Проблема в том, что уран есть только у Кхмера. Ну, проблема в том, что улетаешь только ты. То есть, что да сделать? Нет, он следом уже идет. Ну, тогда не знаю, что мне тогда вбешиваться. Я тут не улетаю никуда. Нет, вроде неплохо пройдешь. Мне кажется, у Кхмера больше промки, чем у меня. Ты сейчас заберешь двух великих людей, очень хороших. Ученого и промышленника. Я на промышленника читаю уже очень долго. Я, кстати, возьму линкор, но... Уничтожи его, просто чтобы уголь получать. А уголь останется у меня в плюсе. Так, нанотехнологии, здесь, ну тут, как я и сказал, СМИ, потом мобилизация. Ну тут без прокачки Амани я не получу эту науку, зато с прокачкой, Так, ну без шансов, да? У него еще один ход. Но у меня не будет столько производства следующим ходом, блин. Я не думаю, что Кхмер... может успеть за тобой с этими... То есть, смотри, ты сейчас увидишь все информационные эры, где находятся. То есть, ты будешь знать, как тебе быстро открыть это все. Ну и плюс на последнюю деталь у тебя есть великий человек. Так что к Кхмеру только... А он использовал уже своего великого человека?
Какого? Он же вроде инженера забирал тоже. Там 20% это фигня. Нет, 20% как раз я забрал. Он следующего забирал. Забавно, а что апиды это не считаются промышленной зоной или нельзя, ну как с точки зрения этого, как он называется, шпиона, и нельзя разрушить ее? Без понятия, ты мне расскажи. Ну вот, ни в одном городе, иконка есть, возможности нету. А, или подожди, или она заблокирована по Конгрессу? Нет, сорвать нет. Строение. А зачем тебе ломать мне апиды, если, блин, я даже еще в козу, даже космопорта не построил. Нет, я в принципе, ну я... Я в принципе, я хочу поломать, в принципе, да? Нет, хочу затестить, давай так скажу, чтобы никому не было обидно. Затестить. Да. Да, блин, еще и 100% космической гонки он заберет, подождите. А, это выкупил. Вот ты, Кхмер, ошибся. Ну, кто ж знал? Кто ж знал? Это ж рандом. Ну да, спасибо. Ну, в принципе, уран есть только у меня. Ну, то есть тебе не надо уже космопорты строить, грубо говоря, Кхмер, тебе надо... Ядерки кидать, иначе у тебя нету шансов просто. Используй этот ран. Я буду надеяться, что он будет кидать в Кри, а в это время я попытаюсь улететь. Так, ну и во что мне тут? Проблема в том, что я не знаю, где последний этап находится. Давайте в ученых. Но это не проблема. Если аж мы с тобой союз больше не будем заключать. Не. Но я и с Кхмером не буду потом заключать. Ну, то есть, блин, мы заключаем союз, это означает, что мы просто сидим на улет играем. Я, честно говоря, не верю, что если мы будем играть на улет, что ты не победишь. Точнее, я уверен, что ты победишь 100%. Это очень круто. Ну, для меня, да, это очень круто. Кстати, в Навидуне тоже можно космопорт построить. Сейчас я попытаюсь вот этого на 1500 хотя бы забрать. Нафига тут бразилец на него читает? Хотя это, наверное, не читает. Это от его кампусов просто. Капает. Да ладно, прочитал бразилец. Да вы прикалываетесь, что ли?
Не знаю, читать мне тут или уже космопорт строить. Что-то не уверен, что из-за бразильца. Вот нафига, вот серьезно, вот нафига бразильец считает? Он уже все тут, он даже в ракетостроении не вышел. Блин, а чё мне так мало культуры? Реально, а чё мне так мало культуры стало? Вроде больше было. А, я прекратил, наверное, союз. Союз с Крими дофига культуры давала, да. Блин, я сейчас буду так долго мобилизацию открывать. Трындец. Да, затопление. У меня вроде все путем. Да. Ребята, инженера заберите. О. О, еще 100%. Так. Так, тут, по-моему, нету. Тут тоже нету. Промышленная, промышленная. Здесь тоже надо. Ну, я думаю, что я могу лучше отложить искусственный спутник и... Рокеры поехали. Рокеры поехали? Ну да, а в Бразилию. Нет, не меня не играло. Не, ну 17 на 160 без шансов. Кстати, Христос Искупитель. Так, ну что там у нас, читаются 100% проекты? Все, ученых больше нету, да? Вот этого инженера надо обязательно забрать. А, так, Пингало сядет. Тут, к сожалению, невозможно читать. Ну, смотрите, ситуация такая. Я сам сделать ничего не могу. Без алюминия и урана мне на кого-либо нападать, что-либо кидать просто тупо бессмысленно. А, поэтому я сижу и жду... когда Кхмер будет кидать в Кри. На самом деле это мне кажется, скорее всего, будет означать... А, все. Так, Кри уже запустил последнюю ступень. И что-то кажется, ты не успеешь, Кхмер. Даже ничего кинуть. Это вот о том, что не надо союзы в конце игры заключать. Я ускорить не могу, я 25 ходов лететь. Да, ему еще 25 ходов лететь, и у него один... Ну, посмотрим. Давайте смотреть. Это будет интересно. Но зато сейчас Кри будет строить всяких зениток, там вот это вот все поустанавливает.
Это строят только там. Роботы строятся. Я же вижу. Ну, роботы... Вообще, тебе бы крит действительно... Тебе бы какие-нибудь современные юниты поступили, потому что города 63, это значит, что ты даже танки, видимо, не делал. Ну, мне их сделать один ход. Так, прибилды-то есть. Ну, я, конечно, берегу религию, чтобы этого Вернера фон Брауна купить. Видимо, здесь последняя теха. Так, ладно, я, наверное, продам всю армию, потому что... У меня нету денег, я ее использовать точно не буду. Если что, за веру что-нибудь куплю. Так, ну кроме зениток, конечно. Так, скаута. Чуть-то капер... А, наверное, продал. Ну, хоть как-то... Блин, вот это, конечно, с Женевой... Из-за валеты хреново получилось. Может, и не стоило в валету вкладываться, надо было... Здесь все построить просто. Но я вот не уверен, что, например, в этом городе и в этом мог бы построить. Я понимаю, что нету больше великих ученых, но это чисто для того, чтобы наука хоть какая-то шла, а не ученые. Дайте шпиона. Попробуем что-нибудь сломать у кого-нибудь. Четыре хода таким макам. Ну, кстати, я еще следующим ходом тут закончу два проекта. Он должен забрать, по идее, его. Так, сколько у меня союз еще? С кхмером 5 ходов. Мне надо с кем-то еще союз заключить. До кого у меня добегают караваны? В смысле, а почему нету доступных путей? А, потому что нет... Мне кажется, надо... С ацтеком заключить ацтек предложение. У меня лишний чай, алмазы надо поторговать. Скажи, ты отказался? Ну, оно чуть-чуть мне не подходит. Я тебе дружбу кинул, подожди. Ну да. Тебе не нужна дружба? Я думал, караваны тебе пускать. Ну, ты можешь и без дружбы пускать караваны. Нет, мне с союзом надо. Какие караваны без союза? Смотри, у тебя военная мощь 0. Значит, ты все удалил в надежде, что сейчас все золото солью. Меня никто там не приедет, не захватит. Ядерку не кинет. Так приезжай, захватывай, господи. Ну, тогда зачем тебе союз? Производство, причем тут производство мне надо. Производственного союза нету. Зачем тебе тут
дружба? Потому что карточка на производство от караванов действует только если есть союз. Ну, я все равно в тебя бросать не буду, так что... Ясно. Думаю, бессмысленно. Грек, как насчет союза? Почему нет? В идеале военного, да? Да, я могу военный и объявить войну ацтеку. Замечательно. Мы, по идее, должны дотягиваться караваны. А чё мы голосовали? Гуманитарная помощь греку, гуманитарная помощь к Хмеру. Так, как у нас там... Ну, нормально. Нормально. Валим. Караваны начал делать. Поперли все эти, а мне их сувать некуда. Уже 6 штук стоят. Кто куда поперли? Набрал сбору этих, вернее, настроил. Ну, археологов. Знал бы, что так попрет. Конец. Грек. Да. А где у тебя присоединиться к войне? Должно быть. Ну, не вижу. Может, ты мне кинь тогда? Да, сейчас. Сейчас пойдет под лодками меня грабить. Так, а я-то как поэтому объявил? Ты в союзе, наверное? Да, я в союзе. Все, я Амань, у меня из Женевы свалила. Ну, зашибись. Просто зашибись. Так... С бразильцем поторгуем, чтобы подводную лодку. Ну, я не знаю, что ацтек закозлился торговать. Я вообще не понимаю. Бразилец предложение. Ну, должно хватить, вроде 500, да, 1200 будет. Я понимаю, что Крис сейчас может еще на меня начать нападать, но... А я не думаю, что я сейчас представляю ценность и как бы... Он явно сосредоточен на том, чтобы от Кхмера отбиться. Один световой... Вот. Так, ну давайте смотреть, где тут его подлодка. И поплывет ли она вообще... Блин, еще так мало золота в ход, я вообще не... А, у меня караваны перестали, наверное, бегать. Да. И что, грек у меня не дотягиваются, что ли, вообще? Че? Да ну, должны.
Да ладно. Ещё трындец. Так, ну этого я заберу. Слава богу. Как мне хреново с деньгами. Лазеры 2 открывает, тогда лазеры. Посмотрим. А Лиссабон... Да, он в Лиссабоне есть, конечно. Ну вот, Женева на самом деле важный был город, и надо было за него держаться. По-хорошему, и Омане, наверное, надо было прокачать раньше. Тогда бы он... У Крибы не так было много науки. Кри хорошие эти. 10, 6... Канти, господи. 4, 6, 4... Ну, хотя и не так много. Это не так много. Не, ну я наравне постоянно шел, на самом деле. Если бы не... 4, 2 вообще. Вот с Женевой я тупанул. Женеву надо было союзить серьезно. Не знаю, нафига на этом шпион сидит. Так, тут где-то должна быть его подлодка явно. А вот она. Ну что, внутренние караваны пускать? До глобализации тут мне явно далеко. Ну, конечно, и проблемы с культурой в любом случае. 144, очевидно, тут мало. Забираем. Смотри, есть еще. Так, тут можно... начинать строить искусственный спутник и проекты заканчивать. Тут уже один ход как бы идет, можно пускай. Так, исследовательские гранты, шпион, так, тут тоже убираем. Лазеры. Не то. Не то. Ну, я ускорение не открою. То есть, кхмер тоже раньше. То есть, я даже не представляю, при каких условиях я тут могу... Робототехника. Система наведения давайте откроем. Ну, чтобы зенитки можно было пробрать, хотя у меня и денег нету. Тут, конечно... Ну и, честно говоря, все-таки не так прикольно за галов играть. Вроде и место нормальное, то есть не сказать, что это не под галов, прям уж совсем территория. И, в принципе, я смог развиться, но вот это отсутствие соседства для районов у галов – это серьезный фактор. И еще вот то, что ты ставишь вот эти шахты на культуру, я и театралку из-за этого не поставил ни одной. Даже не знаю, я, может быть, зря так в священные места пошел, но на самом деле это они мне дают производство даже больше, чем апиды вот эти. Вот самая, мне кажется, большая проблема галов — это апид, потому что это не настолько крутой район, как хотелось бы. Он слишком мало производства дает. То есть смысл в нем, если он... То есть мне пришлось и священное место, и апид ставить, чтобы у тебя было производство.
Потому что тут нету соседства для производства. Иначе. И, соответственно, нету производства. Ну, тут как бы было. Тут у меня три, да? Получается. Где еще? Тут три. Здесь опит на два. Нет, вообще на один. Ну, это удвоенное. Один. Блин, опять тут поломалось. Давайте под охраной лжи, не знаю. Я бы ломал космопорты, конечно, к меру. Куда он мог своей подлодкой уплыть? Я жалко, конечно, не посмотрел. Ну чё там, гай ядерный угар-то? Сколько ходов еще Союз? Все, вот это последний ход Союза. Крит, ты не хочешь попробовать урана у бразильца, например, выторговать? А, это я что-то не увидел, что бразильец вообще вышел в уран. Предлагай минус 5 к лояльности. Почем? Ну, потому что сейчас он на меня будет нападать, чтобы города отваливались. Они у него близко стоят и большие. Там это единичные. Нет, города. Почему? Города Кри, которые он захватывать будет. А, в этом плане? Ну да, в этом плане. Куда плюс 5 лояльности Кри. Кто? Кот сидит грустный. Ну, я не знаю, там вряд ли победит уже культура грек. Так что я не знаю, как хотите. Давайте наоборот, удвоим ему. Музыкальные удвоим, давайте. Пусть у него будет шанс. У кого там? Давайте я получу 2 очка, волью все. Так, нас 6, да? 2, 3, 4, 5, 6. Столько хватит, я думаю. Ну, потому что они каждый по одному голосу, скорее всего, против подадут. Надо 6 голосов против их 5. Угу. Ну, я все равно не победил в дипломатии. Знаете, его по... Ну, наверное, в город обратно вернулся. Так, что следующее? Лунная экспедиция. Блин, он тут еще и ходит каким-то невидимым этим. Прикиньте. Тут скаут невидимый. Видно. Ой, блин, я шама не хотел.
Ну а смысл? Я не могу, наверное, в Женеву, да. Ну, да, как все грубо. Бессмысленно. Только сейчас. О, ядерка полетела. Да. А куда, в меня? Питокахонаповиин. Нет, братья дерутся. Мы так дружили-то между собой. Ну, харе, ну хватит. Всю игру, да? Перестаньте. Сначала времен. Я даже не перекуплю эту Женеву. Ужасно. Да. Ужасно. Так, я так понимаю, что вот тут следующая ступень. Бедные Кри. Все заваливают ракетами. Тем не менее, они продолжают лететь. А ты вообще никакие эти зенитки не строил? Не, зенитки-то я строил, просто не те города он атаковал. Ну, он, видимо, видел, куда бросать. Ага. Ясненько. Копирок. Еще? Или тоже в меня? Нет, в меня. Так кто в тебя будет бросать, кому ты нужен? Не долетело. Ну ты же танк построил. Даже атомку построил. Я думал, ну ты же союз не хотел. Да делать мне больше. Блин. Если бы у меня был уран, я бы не в тебя кидал, поверь мне. Странно, я уже даже с Кри в войне, и все равно я вижу чужих шпионов, например, греческого. Зачем ты ко мне посадил шпиона? Я к тебе садил шпиона. Да, дед Бородед посадил ко мне шпионов в Самарабриву. А, это он случайно. Сейчас перегоню. Это он случайно? Ну, там перевалочный пункт. У меня этот бразилец подогнал урана. Можно проект, в принципе, Манхэттен построить. Не знаю, все как-то мало производства. Мало производства. Знаете, что ли, коммунизм приму. Ой, я тут почти открыл ракетостроение. Пацаны, я с вами. В догонку? Да.
коллективизм возьму. Содержание юнитов. Блин, минус 86. Ужас. Давайте это попробую. Минус 70, жопа. Да, у меня сейчас будут юниты расформировываться. Мне надо, очевидно, эти убирать. Куда у меня столько денег уходит? Ну, если кто-то захочет меня бросать, уже... Да не, не тратится содержание от городов. Что-то дофига бабла. Да ёлки-палки. Хоть ты биржи строй, что ли, банки. Так, мне надо деньги стырить. Попробовать во всяком случае. Хотел ломать космопорты. Но это явно не мой случай. Хрен знает, где деньги брать. Ну все, сейчас у меня юниты будут расформировываться какие-то. Поймаем его каперы или нет? Кхмер, брат, тут такое дело. Да, блин. Нужно дружить. Да, серьезно. Я согласен. Да, блин. Враги обложились со всех сторон. Сокровищница пуста. На виду он утрачивает лояльность. Трындец. Вот это неожиданно. Подождите, он тут что ли грабит? Он сюда приплыл своим капером. Минус 134, все, жопа. Это жопа. Вот как она выглядит. А, еще и минус лояльность пошла. Подождите, а минус... Счастье у меня из-за чего? Неужели из-за... Банкротство минус 6. Кайф. Ну, я не знаю, что тут делать. Теперь. Давайте попробуем... Судоходство в гавани. Да, блин, что из меня пооткрывалось тут? О, еще ракета прилетела, да. Сприда, сколько у тебя их? Немало. Брат, дружба. Дружба нужна. Союз. Давай, 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 дружище. Здесь вообще нету ничего на... Ну и вдогоночку, конечно, союз. Мне же нужно побегать. Понаходить караванчики какого-нибудь гала. Ого, нашел. Так вообще, вообще-то два каравана по твоей территории бегало, ты их не разграбил. Нет, я сейчас бегаю по территории Кхмера и выцепляю караваны. Так они уже это последние. Так это те караваны, которые по твоей территории шли к Кхмеру. У меня два каравана бегало в Лингапуру. Они шли через Аскапацалька, Теотиуакан. Думаю, странно, что он их не грабит. Ну, я только заметил. Но сейчас я нашел на Двигапура. Там был караван.
был караванчик. Да, ну придется к Хмеру войну объявить тогда тоже. И жить на внутренних караванах. Не, ну чтобы караваны резнулись. Почему? У меня союз с греком. Какие-то композиты у меня тырят. Шпионы все распущены. Класс. Так, а что-то кто-то говорил. Я такого никогда еще не делал. Уран был, по-моему. Он утонул. Кто был? Уран, или он утонул? У тебя? Да. Не знаю, я ничего не говорил. Ну да, вот это вот я помню. А у термоядерки радиус 3? 2. Да, видать, утонул у меня. Ну вот. Да. Как теперь дальше жить? Где деньги придется брать? Грабить. Куда, куда, куда? Хорошо, если я на деньги переключу вообще. Минус 15. У меня сейчас такие восстания будут. Минус 100. Ну, вот сейчас, конечно, это из-за минуса. Это уже никак. У меня только священники бегают. Не знаю, может, у бразильца денег попросить. Бразилец, предложение. Да, это, кстати, выход. То есть у меня... Это не будет минус 135 следующим ходом. Это накопилось из-за минуса. Оно типа как в такой геометрической прогрессии происходит. Вот сейчас вы увидите, уйдет несчастье. Бразилия. И это будет норм. Пойду я к нему тоже грабить. Че, он меня грабит. Тоже прям. Ну, это... Спасибо. Уже не успел. Я уже... О, у Кри уже ноль световых лет. Это как так? Ну, захватили город с космопортом. Это единственный прогноз, что ли? Ну, похоже на то. Еще раз. Он говорит, что к Хмеру летит. Мир улетит. Ну, похоже на правду. И что у меня со счастьем, кстати? Минус 2 только. Ну, это терпимо. Ну вот это еще можно что-то делать. Умные материалы. Ну, блин. Я, может, конечно, я опережу Веспу в плане строительства, но я не открою ускорение раньше, чем он. Просто никак. Слушай, давайте мы скорее мир заключим. Кри предложение. Ну, вот теперь, кстати, можно и союз с ним заключить.
Мне кажется. Еще предложение. И снова. Какой-то деловой. Да. Столько предложений. Да. Я все равно не верю, что я тут могу победить. Просто столько урана у Кхмера. Он постоянно продолжает что-то строить. Так, сейчас надо будет... Ну, учетные банки стоят, ладно. Вроде все норм. Блин, Кабул такой огромный. Блин, Кабул такой огромный. Вы что, туда кучу этих, что ли, поотправляли? 29 ему. А что там такое в Кабуле, я не пойму. Почему там 28 послов? Ваши юниты получают вдвое больше боевого опыта за сражение. Ну, наверное. Но это все равно как-то выглядит страшно. Блин, тут какое-то извержение, что ли, офигительное? Почему-то это все разграблено. По-моему, тут... Блин. И знал же, что... Ну, он, правда, тоже закончил ход. Так, полизацию надо открывать. Боже, вот тут что ли, ускорение? Это все надо открыть, прикиньте. Ну, хоть Амани прокачаю до конца. Да, кукловод. Блин, Кхмер, чё ты жёсткий такой? Чё ты города уничтожаешь вообще? Берёт роботом, уничтожает города. Но тот город я не удержал бы никак. Он как бы уже не нужен. Там космопорт не построить. Восстанавливать его очень долго. В общем, одни проблемы. Блин, тут еще это все... Это какое-то суперизвержение было. Почему оно так... Ё-моё. Ну, мне хотя бы... Просто священное место, потому что это дополнительное производство. О, дружище Ацтек. Да. Смотри, видишь, у тебя кавалерия стоит прямо на развлекательном комплексе. Я хочу, чтобы кто-нибудь подвинул. Ну, у меня в... Блин. Сейчас вижу. Короче. Спасибо. Как хорошо с вами иметь дело. Прям одно удовольствие. Да, жму руку. Торговец. Да, ошибка с Женевой была. Женеву надо было не отдавать вообще. Хрен с ним, с этим вот этими вот всем. Так и чего, какие прогнозы
Кто кого? Ну, там Кхмер забирает Кри. Чё кого? Ну, так как кто-то там летит куда-то или не летит, или... Я лечу. Ну, Кхмер ли... Я думаю, он заберет Кри, потом на меня бросит, и все на этом закончится. Не знаю. А, так у тебя уран появился? Я только жду, что, может быть... Ну, я уран купил. Я жду, что, может быть, Кри все-таки, типа, сможет улететь. Нет космопортов. Да, космопорт надо построить. Ну, он построит космопорт, запустит там ускорялку. Наука у него все еще есть. То есть ему главное... А, ну в ускорение даже раньше уже Кхмер вышел. Но ему надо в ускорение выйти, построить ускорялку, и он уже полетит. Не, ускорялки очень долго открываются. Я до сих пор до них не дошел. Сколько еще тех ходов? Ну... 9 получается, наука-то упала. В смысле, подожди, у тебя, по идее, они должны быть следующими вообще, нет? Нет, они вообще в самом конце получились. А, так а Кхмер, ты сейчас кибернетику открыл? Межпланетный полет открываю. Короче, хрен знает. Сменить на электронную коммерцию. Коллективизм. Блин, диалоги позже. Ладно, я тоже поставлю космопорт. Ну ладно. Диалоги позже этих самих. Как его? Говорили. Чертяки языкастые. Блин, уже все даже космопорт пооткрывали. Глаза разбегаются, кого бросать? Ядерку. А сколько тебе не хватало, Кри? Так, выглядит, что... Для чего? А? Ну, да, ну, сколько световых лет оставалось? Выглядит так, что-то... 14. Ну, да. Он очень долго без ускорялки летит, конечно. А не стоит так, вот так откровенно строить, пока нету ускорялок на самом деле? Знаешь, сидеть такой, ой, блин, я что-то тоже отстаю. Ой, блин, а потом вышел в ускорялки, тут... хопа-хопа. Тут вся проблема только, наверное, в этом, в том, что нет урана. Да, да, то, что уран только у Кхмера, это, конечно. Ну как, у меня нету ни урана, ни алюминия, например. Я бы хоть на алюминии попытался что-то сделать. Там самолетами. Ой, у меня крашнулось. Я конечно, строю там проекты, но даже если предположить, я построю все 4 проекта и тоже начну улетать. Я отстаю по науке от Кхмера. Я в ускорялке тоже фиг знает. Я думаю, что Кхмер даже тупо не нападая на меня раньше улетит, чем я что-либо сделаю, например. У Кри единственный шанс у него как-то космопорт оставить, но он этого не может сделать, потому что в него ядерки постоянно летят. Что, кто что еще может сделать? Бразилец будет кидать ядерки в Кхмера? Когда Манхэттен построю.
Что? У него даже проект Манхэттен не открыт. Ну все, а Кхмер, сколько тебе осталось? Да, да, Кхмеру осталось до... Поэтому у меня еще строить продукция будет, а потом пока бомб хотя бы спитит 3 на 2. Так что кто против победы Кхмера? Есть такие? Я думаю, очевидно. Походу нет. Ну, с победой, Кхмер. Ура! Ура! Спасибо. Папа Смурф, поздравляем. Ну, я хочу сказать, что, конечно, странные галы. То есть, ну, вроде места нормальные у меня были для галов, но, мягко говоря... Особенно мне не понравился их район, потому что их реально уникальный район, он... Ну, он не прикольный. Что вот, что он дает такого крутого? Что он стрелять может, что ли? Что, блин... На первой стадии игры, что он рано и... Ну, то есть, его можно построить вместо военного лагеря. Ну, он, хорошо, рано, но он не дает столько производства, сколько другим дает производственным... У меня производство было вообще со священных мест, за счет того, что я трудовую дисциплину взял. Чисто оттуда. Нет, понимаешь, мне кажется, Кхмеры — это на божестве от агрессивных и десятся за счет двух перекрестных. Галы. Ты имеешь в виду галы. Фармы, да и это... Они ж на защиту, в окружении своих чужих войск, там именно... А куда-то в отрывочке ими, они все бонусы. Да, да. Это чисто на божестве, ты... Ну, то есть, наверное, интересно как бы поиграть галами, но у меня нет ощущения, что это сильная цивилизация. И это мне еще повезло, что у меня тут есть какие-то холмы. Я еще мог тут ставить, как-то захватывать территории. Ну, в общем, спасибо за игру. Всем спокойной ночи. Спасибо вам за игру. Спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!